Вот как работает, покажу, как работает ГУН генератор установки DALI на 74HC00 микросхеме, вот так вот. И потом покажу на 74HCT00. Вот такие импульсы. Неудобно снимать, показывать. Теперь поменяю микросхему на 74HCT00. Там HC, а тут HCT. Вот. Тут совсем другая картина. Но тут тоже не совсем уж такие четкие, красивые. Вот теперь одна клетка, одна микросекунда. Вот такие. Это где-то 500 кГц. Ну даже где-то 300, наверное. Мультиметром замерил, сколько кГц заодно. Это я ему показываю. Вот 360 кГц. Это самая высокая частота. Это самая высокая частота. Так как говорят, что не слышно, что я говорю, так я специально для них повторяю. А самая низкая тут. Вот какая. Можно еще понизить, но сигнал будет расходиться сильно. Потом он уже пропадает. Уже не какой-то не очень стабильный. Вот он уже нестабильный. Надо немножко повысить частоту. Он стабильность приобрел. Вот. Теперь померю частоту. Тридцать три килогерца. Это, повторяюсь, на 74HCT00, а было на SN74HC00N. Только правда, а что у вас за эти какие-то кривые вот тут? Какой-то непонятно, откуда они. Укрепи база внимания.